Он в бане. Это я знаю, ребят. Но, блядь, что поделать? Бан, это клип. Бля, вот я не знаю, вот у меня такое ощущение, что Кирилл, блядь, это какой-то чел, который сгенерирован через нейросеть. Я вам серьезно говорю. Потому что... И это все? Я не понимаю, как он, блядь, вообще... От тебя алкаш и дешевой водкой через экран пахнет. Да пошел нахуй, я не пил уже 2 дня, бля. Я уже 2 дня не пью, блядь. Ну, он один. Чего ты, блядь, доебался? Ну, я тем более водку не пью. Короче, Кирюха реально выглядит, ну, у него просто, блядь, и прическа, и одежда. И вот все целые образы, все вот это, блядь, это, короче, это прям пиздец. Это поражает воображение. Сонечка стоит в ахуе. Бля, мне интересно, вот просто, вот я с Соней никогда в жизни один на один не разговаривал. Было бы странно, если бы я разговаривал с ней один на один, да, в целом. Но мне просто интересно, как она относится ко всем выходкам Кирилла? Просто я когда творю какую-то хуйню, мне Ксюха иногда говорит, бля, ну ты дурак, пиздец, типа. Я говорю, ну да, я такой. А как она к этому относится? Вот мне просто интересно по-человечески. Она такая, бля, Кирюх, вот такая хуйня. Зудон, чтоб смотреть на сиськи, их кусаю, как ириски. Зудон, чтоб смотреть на сиськи, оставляю на них близки. Ку. Ёб твою мать! Пэжэ. А, ну ладно, раз это на клипе, наверное, можно. Ты же вроде бросал курить. Удачного стиля. Я про сигареты уже сказал, ой, про вейп уже сказал, чуваки, я бросил сигареты, у меня получилось, вейпа пока не получается бросить, но я, честно говоря, и не хочу. Я еще раз переосмыслил этот вопрос и понял, что от сигарет мне реально было хуево, то есть мне реально было плохо легким. Сигареты я перестал курить, а вейп у меня в кайф. Вот. Блядь, сбили меня, что-то хотел сказать, нахуй, забыл, блядь. А, короче, у этого клипа вайп 100% Little Big, вот этот, блядь, My Dick, Is Big. Ну, короче, прям цветовая палитра, один в один ракурсы, ну, вот такая вот хуйня, прям вот. Ну, на самом деле, кстати, прикольный референс. То есть, давно вот именно вот в таком стиле Little Big, абсурдном, я вот не видел клипов. Это, кстати, хороший референс, мне нравится. Плюс ко всему, такое музло Кирюхе реально идет. То есть, ну, я вам честно от себя скажу, вот если бы Кирюха выпустил какой-нибудь видос, ну, рэп, где он такой, ну, блядь, под бумбэпчик, знаете, типа... И такой, да, я так люблю свою подругу, типа, она такая клёвая. Но если бы он такой выпустил, я бы вообще бы, ну, не смог бы это воспринимать в контексте того, что, ну, если бы Кирюха постоянно такое музло делал, базара нет. Но если бы он неожиданно такую музыку выпустил, я бы такой, ебать. Это почти то же самое, что когда все привыкли к моим рофло-трекам, а потом, ну, они такие, о, серьезное музло или есть, что за хуйня. Здесь то же самое. Но вот такой вот образ Кирюхи прям идет, потому что он сам по себе такой босс, сам по себе такой, типа, ебать, здрасте, я вот такой вот крутой, и вот такие клипы ему прям подходят. Приветик. Чё вы все пиздите? Илюха не жирный нихуя. Ну как? Планируешь в Крым? Хорошего стрима. P.S. не пиздите на Илью, а то лопату ебу. Блядь, это как будто вопрос от военкома. Да он нихуя не жирный! Кстати, в Крым поедешь, блядь. Спасибо большое, хуй, в Крым с удовольствием бы съездил, но я был недавно в Анапе. Вот отдыхать 2 раза за месяц неохота, хочется работать. Ну как работать, ну заниматься своей хуйней вот этой. Вот, но спасибо большое, Знан. Смотреть на сиськи, оставляю на них близки. Зудон, чтоб смотреть на сиськи, ты девчонка в моем списке. Зудон, чтоб смотреть на сиськи, создан, чтоб смотреть на сиськи. Нет, не красивых, чем маловат, тяну их силы. Арбузы, дынь, мне на рынке, ну и я вкусил их. Снимает, бра, и я тону в них, я такой, бра. Оставил брызги на ее лифе. Запомни, крошка, ёртит смайлифе. Кореш лапа и девчулю сосукалик рядом. Я горячий, как циклоп, ее сжигаю взглядом. Она созреет, через час прикидываю риски. Сниму пару тиктоков, потом покажешь сиськи. Блять, это шиза ебаная. Это шиза ебаная. Привет, почему так? Будет ли возможность на туре посетить Северодвинск, Архангельск? Пока не могу сказать, очень но... Очень хочу. Просто живу в попе. Спасибо большое, Лель, спасибо тебе большое за донат, спасибо. А пока не могу сказать, как и про любой другой город, когда уже будем к туру подбиваться, там уже понятнее будет. Спасибо. Хочется брызгать на сисюли, это что-то творческое, типа я рисую. Атмосферная лампала, холст, мольберт, кисточка, грунь, чтобы краска капала с языка на грудь. Это мои наушники, блядь! Берт, кисточка, грунь, чтобы краска... Блять! Я их найти! Вот я вот эти свои наушники, я 2 недели их найти не мог. Я их еле нашел 2 дня назад, блять. Суки, нахуй, я это думаю. Блять! Причем самое смешное, вам, наверное, не видно, сейчас я вам подсвечу. Самое смешное, что они еще и грязные. Блять, сейчас я вам покажу. Вот. Видите? Вот, блять, как-то вот. Вот, видите, они грязные, блять. Я не понимаю, какого хуя.
То есть я их искал, нашел, они грязные. Понятно, короче. Грязным соскам прислоняли, блядь, мои наушники. Замечательно. А я думал, где я их 2 недели найти не мог. Подожди, блядь, а мне кажется, вот одну секунду. Мне кажется, или на этом треке был еще и парт Мелшера. Я, может, что-то путаю, блядь, или нет? Нет? У меня почему-то было ощущение, что тут еще парт Мелшера был. Мне просто что-то в титык попадалось, там под похожий бит, наверное. На сиськи оставляю, на них близкий сундон, чтоб смотреть на сиськи. Ты девчонка в моем списке. Стоп, я что-то не понял, они одни и те же кадры вставили, блядь? Не, ну они же не настолько долбоёб быть такой. Сундон, чтоб смотреть на сиськи. Создан, чтоб смотреть на сиськи. Бля, клип, кстати, прикольный. Чуваки, клип реально прикольный. Вот без рофлов, блядь, мне понравилось. Это пиздато. Бля, ну я, бля, вам клянусь. Вот, блядь, вот положа руку на сердце. Чуваки, вот, я бы вот что-то подобное делал бы, если бы, вот, бля, опять же, вот, надеюсь, шутка никого не обидит, но вы поняли. Я бы такое снимал бы, если бы я болел бы раком на 4-й стадии. И я понял, что у меня остался месяц.